Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем с вами штурм мозгов в игре More Dark. Итак, что у нас там? Что у нас там, где мы остановились? О, смотрите, у нас 28 уровень. И получается еще два уровня. И, наверное, еще и два помещения у нас. Еще два замка, что ли. Хотя фиг его знает. Может сейчас три уровня пройдем и на это все кончится. Я не знаю. Но посмотрим. Так, окей, погнали. 28 уровень. И снова тут у нас головоломка. Головомойка. Головорумка. Так. Надо, короче, нам сделать следующее. Ага, смотри. У нас всего один ящик. И. Погодь. Ага. Значит так. Так. Этот ящик нам нужно кидать сюда. И потом только чисто его передвигать получается. Да. Только чисто передвигать. Окей. Дальше. Дальше мы сделаем следующее. Вот эту мы взрываем. Здесь мы тоже, наверное, взрываем. А, фигушки. А, нет, смотри, мы запрыгнем. Все четко, здесь мы запрыгнем, короче. Окей, погнали. Должно все получиться. Убиваем человека в робе. Убиваем второго человека в робе. Здесь мы вот так. И все, пройдено. Проще пареной репы. Ладно. Смотри, снова у нас два чувака в робе. И здесь нам надо что-то сделать с колиями, короче. Так. Погодь. Делаем, короче, следующее. Ой! Нет. Не так. Делаем следующее, короче. Здесь. Ломаем. Здесь. Бросаем. Ага, а тут я не допрыгнул, наверное. Но, хренушки. Дай-ка еще раз попробую. Но я думаю, что перепрыгнуть все-таки не получится. Так. Нет, короче, делаем следующее. Сюда. Это взрываем, да блин, в смысле? Так, одну сюда. Вот это бросаем вот сюда. Здесь взрываем. Вот так вот. Да. Делаем себе вот такие вот платформы, короче. Это можно прыгнуть. Сделать так. Отлично, готов. Так, здесь секретиков никаких нет. Походу нет. Отлично. Аккуратно. Отлично. Все четко. О, смотри, Васяра, что ли? Пират какой-то, пират. Чувак-пират. Получи. Так. А! Почему у него такая башка-то? Непробивная. Это, знаете, капитан Джек Воробей, который попал в ад, короче, и устроил бунт. Опа. Так, сколько ему надо? А, смотри, еще два раза по нему надо попасть. Ну, в принципе, смотри, он не сложный. Да. Просто на изи все. На изи все проходится. Окей.
мы это сделали. Смотри. Так. Мы прошли, походу, карту. Одну карту. Теперь мы не в подземелье. Мы теперь какой-то... Какой-то замок, что ли? Или что это? Ладно. Какое-то новое... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то резко. Резко. Я все это сделал. Отлично. Взяли какую-то слизь. Погоди. А как нам... Стоп. А как нам выбирать эту слизь? А, вот. И что она делает? А что она делает? Ой. А что она делает, эта слизь? А, странно. Непонятно. Ну ладно, может мы потом дальше что-нибудь, ну, узнаем. Что она делает? Она разрывается, но непонятно как. Так, смотри. Ты понял, да? Понял. Понял, чем пахнет, да? Это, короче, вот такая вот штука. Короче, все у нас теперь на мази. Смотри, тут нам не допрыгнуть, делаем вот так, опа, все четко. А здесь не допрыгнуть, да? Там тоже нужна слизь. Ага. Все так просто, все так. Не все так просто, наоборот. Наоборот, не все так просто. Опа, отлично. Готов. Один готов. Так. Мучаемся прыгать на вторую. Эй! Да блин. О, в управлении что-то я запутался. Да блин. Так. Ой. 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 Чуть на колени. Да что ты? Попробуй тут еще перепрыгни. Попробуй тут еще. Да блин! Твою мать! О, отлично! Все получилось. Все четко получилось. Только... теперь... Самая жопа. Как вот на колях, как на этих колях-то быть? А, погоди. Надо ящик туда скинуть, ё-моё. Во, я затупил, да? Во тупать. Ну, сейчас все быстренько сделаем. Пройдем. Так. Смотри, музончик, кстати, поменялся, заметил, да? Вот так. Надо на край, короче, ставить эту слизь, чтобы перепрыгнуть. Окей. Вот так. Вот так. Все, четко. Все отлично. Мы это сделали. У нас получилось. Так, ну. А теперь. Так, забрались сюда и смотрим. Смотри, у нас один чебурек. Один чебурек. Окей. Окей. Так. Ящик надо передвинуть, короче, сюда, здесь сломать, потом туда, короче, еще ящик. А как нам потом забраться наверх? Вот в чем загвоздка будет. Потому мы же все равно не допрыгнем. Все равно не допрыгнем. Ладно, давай попробуем. Здесь. Блин, здесь мы тоже не получится ни черта. Наверное. Хотя фиг знает, давай-ка попробуем. Опа, сломалась. Нет. Вот так вот готовишься перепрыгнуть. И, короче, херакс. А, не допрыгнул. Так. Но возможность есть. Возможность есть, короче. Шанс есть допрыгнуть. Это все вот так вот на край делается. Отлично. Так. Погнали. Здесь бомба.
Здесь бомба. Здесь вот так вот. Ставим. Так. Так. Здесь. Окей. Все отлично. Все четенько. Погоди, здесь мы не допрыгнем. Здесь надо. Вот так. Отлично. Так, секретов никаких нет. Ну, стоял бы крестик, как в начале игры, помните, да? У нас был. А нет! Что? Почему? Нет! Все же так гладко шло. Зачем я умер? Кто меня... Кто меня просил это делать, а? Ладно. А, блин, теперь мне не допрыгнуть туда. Почему? Все же получалось. О, отлично. Отлично. Получилось. Так, ну давайте по старой схеме. Делаем так, взрываем. Окей. Здесь ставим. Окей. Здесь так. Так, 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 так. Отлично. Отлично. Так, 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 погоди. Отлично. Здесь, оп, отлично. Все, 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 прошли, прошли. Все, четко. Надо, главное не спешить. В этом деле главное не спешить. Постоять, подумать и не спешить. Так, смотри. Окей. Здесь высокий, да, у нас порог идет. Там пониже. Значит так. Делаем так. Делаем следующее. Это сюда. Здесь. Взрываем. Угу. Четко. Четко. Здесь взорвали, короче. Блин. А. Все, отлично. Так, 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 так. Как бы это сделать? Блин, стоп. Нет, я накосячил. Я накосячил. Короче, смотри. Короче, смотри. Здесь. Взрываем. Пускаем. Здесь вот так. Здесь. А, погоди. Здесь взрываем. Отлично. Оп, оп. Ставим. Ставим. Четко. А, ах ты. Ах ты, ах ты. Бух ты, барах ты, блин. Погоди. Нет. Что? Мне не получилось. Твою мать. Погоди, я что-то не догоняю. А сможем мы допрыгнуть, допустим, если вот так вот сделаю, да? А, смотри, да, все у нас получается. Ну, Погоди. Допустим, я убил здесь. Убил. Убил здесь. И нам надо наверх теперь как-то. Как-то взобраться наверх. Ага. Стоп. Я понял. Кажись, я врубился немножко. Так. Взрываем. Окей. Так. Ой. Так. Скидываем. Отлично. Скинули. Здесь нам надо сделать вот так. Да. Как это, как лесенку, короче. Так. Отлично. Туда. Да. Тут мы сможем запрыгнуть, короче. Убили. Так, главное его до конца не скинуть, этот
ящик, чтобы мы смогли забраться. Так. Чтобы мы смогли забраться. Окей. Все четко. Все. Все получилось. Так, дальше. Дальше. Смотри. Здесь нам по-любому нужен ящик. Скидывать. Так, сюда тоже. Сюда, наверное, где посерединке чувак ходит, надо два ящика, походу, скидывать, чтобы мы смогли забраться наверх. Я так думаю. Да. Так, давай. Давай. Один. Вот сюда. Взрываем. Спускаемся, так. Убиваем. Забираемся. Так. Немножко отодвинем. Вот так немножко отодвинем, короче. Опа. Взрыв, отлично. Ящик скидываем. Ящик сюда. Скидываем, даже два, наверное, да? Получается, два ящика скидываем. Чтобы обратно на ящики залезть, нам надо вот так вот сделать. Все, отлично. Отлично. Ага, смотри, ты погоди. А здесь тогда как? Здесь потом мы не заберемся. А, прикол. Здесь мы не заберемся. Как ни крути, короче, мы не допрыгнем здесь. Даже вот. А, прикольно. Прикольно. И как? И как это замутить? Так, погоди, а может тут проходики есть? Я просто проверю. Может здесь есть? Блин. Я хотел проверить, может там проходик есть запасной. Тайный, короче, дай-ка еще раз. Ха-ха, зачем ты его убил-то? Боже. Блин, я так... Почему-то я так думаю, что там проход. Так, ладно. Так, убиваем вот этого. Здесь прохода нет никакого. А, нет! Зачем? О, фу, не взорвалось. Отлично. Так. Иди. Опять... А, нет, смотри, никакого здесь прохода нет. Фигня это все. Фигня это все. А как мне тогда, короче, это, выбраться-то? Я что-то не понимаю, нифига. Народ. Так. Здесь нам ящик по любе ставить надо. Так что мы не заберемся. Да, везде, везде по-любому надо ящик ставить. Здесь один скидывается. Ну блин, вот этот ходит туда-сюда. Туда-сюда. У нас всего 4 ящика. Блин, а не зря же вот эта вот штука, короче, она взрывается, нет?
вот это вот. Ну ж для чего-то. Странно. Это тоже, это не взорвется ничего здесь. Нет. Блин. Погоди. А вот это вот запара, реально запара. Вот такая вот запара, 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 запарная. Да блин, перепрыгни ты ее. Так. Ну, подскажи, ну, как? Как это сделать? Ну, а что-то я не понимаю, нифига. Ой-ё. Может, в каком-то другом порядке надо просто это сделать? Да, сбрасываем. Сбрасываем. Убил. Так. Блин, сама фишка, короче, вот здесь вот. Ну, вот как? Один ящик вот по-любому сюда, один сюда. Но мы там не допрыгнем нифига. У нас не получится. В воздухе же мы не можем сделать эту слизь. Нифига, непонятно. Так. Здесь нам будет не выбраться. Погоди, а если нам... Не. Я думал, может, с высоты, короче, он будет выше подпрыгивать на этой слизи. Вот как вот этого вот, короче, входящего или не входящего убить? Не, убить там понятно, а как нам выбраться потом? Вот в чем. Загвоздка. Не знаю, здесь никаких нет, ничего, блин. Секретов там. Вот это, что такое, что за череп? Может взорвать его нахер, к чертям собачьим. Блин, жестко, конечно, жестко. Ну, допустим, вот это мы взрываем. Закидываем, да? Скидываем. Так, скидываем. Но нам все равно не выбраться будет. Слишком высоко. Одного ящика не хватает, блин, еще бы один ящик, и было бы шикарно все. Вот этот чувак, он не зря ходит же, нет? Да, нет? Так. Здесь, ну здесь, смотрите, здесь повыше, да? Но все равно нам тут не выбраться будет. Понятно. Вот непонятно. Не могу я понять. Не взрывается ничего. Хотя бы не знаю, знаете, потайной проход какой-нибудь был бы.
было бы намного шикарней и интересней. Нет, видите, не двигается. И вот здесь нам чувака этого тоже не убить. Видите, не пробраться, не пробраться. И здесь нам теперь не выбраться никак. Как это сделать? Как? Ящик вообще раздолбал. Ящик уничтожен. Есть пробитие. Странно. Не могу я догнать что-то. Так. Ладно, здесь два. Здесь два ящика. Допустим. И здесь два ящика. Тоже, допустим. Ой. Все, я понял. Я понял, как это сделать. Ящиком убить. Чё ж я сразу-то не догадался, а? Упал. Я упал. Чё ж я сразу-то не догадался, точняк. Все теперь встает на свои места. Давай, чувак. Я же говорю, не зря же он ходит туда-сюда. Не зря. Отлично. Все. Все. Вот и вся головоломка. Знаете, а вот ты сидишь, да, долго думаешь, вот ты, и все, думаешь, что ну как это сделать, и невозможно. А потом, когда получается, блин, и понимаешь, что это настолько легко просто, это пипец. Вот. Так, смотри, что у нас здесь. Тут из этих штук надо, короче, лесенки делать, да, получается. Так. Так. Так, сказал. Няк. Одну сюда, наверное, да? Скидываем. Убили. Отлично. А, нет, нет. Надо два ящика сюда. Два ящика надо сюда. Я уже накосячил. Уже накосячил. Или даже три. Гляди. Или даже три. Тут можно и вот из этих штуковин сделать себе лестницу. По идее. По идее-то. Так, здесь одного ящика, в принципе, достаточно будет посередине, вот здесь надо два ящика кидать, а то и три, наверное, даже, наверное, три вот здесь надо будет кидать. Короче, смотри, это делается так: один ящик сюда, кидаем, вот так вот. Один ящик кидаем сюда, вот так вот. Еще один, вот так. Да, чтобы мы могли выбраться. Да. Так, а вот здесь,
Здесь мы ломаем так. Вот так. Так, смотри, короче, теперь нам надо сделать лесенки. А, эти вот мы не трогаем, значит. Мы не трогаем. А, ну все просто. Теперь все просто. Убили. Здесь запрыгнули на слизи. Так вот. Вот так. Все. Это полегче, чем был предыдущий раунд. Так. Смотри. Ящики теперь тут надо расколотить и раскрыть, короче. Потом надо будет сделать следующее. Так, три ящика. Три ящика. Три ящика. Так, делаем так. Это по-любому. Это по-любому. Короче, вверх он по-любому, я так понимаю, разламывается. Весь. Да, элементы из бомбермена начались, короче. Так. Этот верх полностью очищается. Погнали дальше. Надо будет как-то сделать так, чтобы мы могли, короче, перебраться. Забраться наверх потом. Сделать себе как-то какую-то лестницу, наверное. Как бы это сделать-то так? Как бы это так сделать? Так. Возможно. Возможно так. Так, этот скидываем сюда. Скинули сюда. Блин. Блин, блинский. Как же это замутить? Так. Делаем. Нет, что-то я не догоняю, короче. Что-то я не догоняю. Что-то я не догоняю. Не могу въехать. Или, не знаю, пробовать как-то... Как-то здесь. Но тоже фиг. Мы не допрыгнем. Мы тупо не допрыгнем. Да, если вот так вот делать. Короче, я не могу понять. Не могу понять. Нифига. Что-то я не въезжаю. Короче.
Ага. Ага, нам не сломать, смотри, эти штуки. Здесь. Здесь эти штуки не сломать. Погоди, давай еще раз. Вверх. Вон, по одной. По одной выбрасывает, по несколько нельзя. Короче, вот эту середину надо разломать будет. Наверное. Скорее всего. И так. Да тоже все ломаем. Нам двигать надо все это будет. Сейчас. Так вот. Эту середину ломаем тоже. Так вот. Это сюда. Ломаем. Так. Это сюда. Сюда. Так. Единственное что. Так. Эй. Главное не упасть туда. Главное не упасть, говорю, туда. Свалился. А, ху-ху-ху. Я выжил, да ладно. Окей, так. Ладно, допустим. Здесь, короче, мы можем сделать две лесенку. Да? Только как бы... Ой-ой-ой-ой. Короче, я походу врубился, но надо как-то это в реалии, короче, преобразовать. Жесть, короче. Да блин, куда ты? Чё ты не допрыгиваешь-то? Меня бесишь. Слышь, черт, ты меня бесишь. Чертила сраная. Нет, только не надо, не падай. Отлично. Так. Отлично, готов. Так, двигаем опять. Туда все. Да блин. Так. Короче, вон я заморочился, походу дела. Это, короче, просто. Просто трэш. Так. Давай, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Если это все упадет, короче, это будет просто настоящий попа-бой. Это будет. Криндец. Так, стоп. Так. Оп. Фу. Отлично, мы все-таки нашли выход из этой ситуации, друзья. Вот. Ну и видео подошло к концу. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем, пишем в комментариях вашу тактику, короче, прохождения этих головоломок. Вот. И т.д. и т.п. В группе ВКонтакте, если у вас игра эта есть, можете как-то записать, не знаю, там на эти моменты, да, как вы проходили, либо скриншоты какие-то сделать. И в группе ВКонтакте можете выкладывать.
Ну, либо мне в личку, я сам выложу. Вот. Ну, и с вами был Валерий. Всем пока.